23-летняя Анастасия Решетова увезла двухмесячного сына от 36-летнего Тимати в первое путешествие. Семейство отправилось в Коста-Рику. Компанию им составили мама рэпера Симона Юнусова и его дочь Алиса от Алены Шишковой. Бабушка малышей сообщила, что каждый нашел чем себя развлечь на курорте. Мелкий, во фраке, для тех, кого смущает слово, раздетый, лежит под пальмой и наслаждается волей, неограниченной условностями городской жизни. Алиса с инструктором в океане, папа с сотоварищами тоже где-то там, а я на берегу наблюдаю за этой идиллией, поделилась Симона. Анастасия показала, как маленький Ратмир наслаждается отдыхом. «Как Тимурычу тут хорошо», — написала Решетова, скрыв лицо мальчика за эмоджи. Брюнетка показала и первое фото в бикини после родов. В кадре она шагает по побережью Тихого океана, модель запечатлена со спины, что добавило сексуальности снимку. Тимати подарил возлюбленный роскошный салют в Москве. Анастасии пришлось поставить безопасную елку из-за маленького ребенка и котов. Она похвасталась роскошным кольцом с редким бриллиантом.